Везде игрушки. Очень этот центр мне понравился. Тут наша одежда, вот тут массируют, тут всякие масла. Нас переодели в тапочки. Вот, куча игрушек. В принципе, мы довольны. Да, Эмилия? Мы довольны. Так, всех приветствую. Мы только что вернулись от врача, от детского. Мне понравилось, ребенка всего посмотрели. У нас зажата одна мышца, и у нее одна сторона как бы меньше поворачивается. Всю ее от и до посмотрели, что мне очень понравилось. Все, она покрутила. Вот. Но такого понимания, как в русском понимании массаж, то есть где гладят ноги, где гладят руки, пощипывают, постукивают, такого нет. То есть она просто надавливала 7 минут на всякие точки. Прыгала на мече, всяко с ней занималась, надавливала. Сразу сказала, что с ребенком вы занимаетесь, сделали гимнастику или какие-то растяжки, это сразу видно. Я сказала, что да, я это все делала, она похвалила, и очень было приятно, что она вообще об этом заговорила и увидела, потому что я сама, как не специалист, я не понимала, то есть какой-то толк от того, что я делаю. Так, мы приехали в мебель-центру, вот, мебель-центру. Хотим посмотреть в новую квартиру шкафы, хотим посмотреть кровать. Вот, и первым делом мы хотим позавтракать. Здесь очень хорошие бюджетные, но очень вкусные завтраки, очень классная кафешка. Это уже немножко за городом. Вот здесь флаги эти мебель-центра. Немножко за городом, поэтому так как-то и ветрено, и немножко прохладно. Мы приехали, пока еще рано. С 10 работает магазин, сейчас без 20. Ну, сейчас как раз у нас Беби заснет. Вот, и пойдем. Так что вот так вот. Мебель здесь разная, на всякий вкус и цвет. И более бюджетная, и более дорогая. Поехали. Нам выше. Да, вот тут кафешка. Морган. Вот сюда мы сейчас идем. Так, здесь вот такой выбор завтраков. Но другая цена. На дом приходит газета, и там специальные такие, как купоны, да, гудшайны. И ты подаешь, и вот этот завтрак или этот, он за другую сумму. Ну, сейчас посмотрим, что нам принесут. Там точно вот так два яичка, булочка, по-моему, вот этот. Кафе, да, колбаски, ну, то есть обычный стандартный европейский завтрак. Пока бабичка спит. А тут детский магазин. Угу. Так, вот в итоге, что нам принесли. Значит, здесь две булочки. Две булочки, сыр, огурчик, помидорка. Здесь яишенка и мужу также. Только у тебя чай, да? Всем приятного аппетита. Так, вот детская комната. Смотрим мебель. Различные кровати. Детская зона. Смотрите, какая интересная кровать с попугаем. Вот такие варианты тоже.
Цены разные на любой вкус. Вот комната готовая. Вот для девочки кровать какая. Здоровская. Вот готовая киндер-цема. Для двоих деток. Какой классный шкаф угловой. Идет сначала шкаф. Там и прятаться можно. Это шкафы всякие разные. Вот какой-то типа этого нам надо. Только цвет бы белый. Терпеть не могу желтый. Так, доченька, сейчас мы пойдем. Так, ну вот этот тоже какой-то симпатичный. Надо посмотреть, что в нем. Комод. Так, а тут? Ага, так, для каждого отсек. Да, доченька, да. Так, и тут для мужа отсек. Ага. Ага, и цена 5000. Угу. Классный шкаф. Так, тут в деревенском таком стиле. Такой вот шкафчик. Сейчас туда пойдем. Ой, мебель практически всю с нуля нужно покупать. Нужно еще найти все. У кого вот большая спальня, классный. Вот и до шкаф. Белый. Запихнул все, что хочешь, угловой. Этот трехстворчатый. У нас не влезет. Двустворчатый только. Тоже угловые. Да, доченька, да. Так, это кровати. Все хорошо, но только черные. А нам нужно все светлое. Там тоже кровати. Это кровать 2499. Короче, красиво жить не запретишь. Все диваны 4-5 тысяч. Даже небольшие, не кожаные. Ну вот типа вот такого плана. Цены космос. Так, это мы тут припарковались. Так что поедем еще в другой магазин на днях. Так, пришла домой, меня тут ждут две посылки. Так, это такой пазл. Вынимаешь и вставляешь в эти формочки. Детям ее возраста как раз это здорово. Так, и вторую сейчас я расклею. Очень хорошо заклеили прямо намертво. Здесь тушь, сейчас поподробнее о ней расскажу. Так, вот я ее разорвала. И раскрываю. Вот так вот она была упакована. Значит, здесь тушь. Значит, об этой туши я знаю из влогов известного блогера Марии Сдэй, вот, которая пропала на полгода. Сейчас, доченька, сейчас. И она пользуется этой тушью. Я решила тоже попробовать. Вот она. Вот заказала. Она о ней рассказывала много, что именно она ей красится. У нее очень красивые всегда ресницы. Это L'Oréal. И вот именно телескопик. Телескопик именно дает такой эффект. Вот она тушь. Хочу попробовать. Кстати, что вы думаете по поводу того, должен ли блогер отчитываться, что он пропал на полгода или нет?
Я, например, по этому поводу считаю, что в этой жизни никто никому ничему не обязан. Только, наверное, дети родителям и родители детям, своим родителям. Пропала и пропала, я считаю, что ничего в этом особенного нет, тем более мы не знаем, какие были причины, какие были первоисточники, всякое может быть. Так, тушь, вот она, буду пробовать ее, потом расскажу, покажу. Всем привет, мы заехали поужинать, сижу тут, жду своего заказа, а муж и дочка гуляют по отделам, показывает ей Биби всякие вещи, так что вот. Смотри, мама тебе какую игру приготовила. Вот, ребят, купила Play-Doh, уже пластилин, который настоящий Play-Doh. Покажу его. Вот он, такой набор. Сейчас будем раскрывать его, смотреть, что там внутри. Давай, доченька, давай покажем ребяткам, что же тут внутри. Сейчас будем разбираться. Формы всякие. Так, это сам пластилин. Так, вот такое. Вот такое. Сейчас будем печь торты. Да, доченька? Вот она сама основа. Сейчас откроем схему. Будем с тобой разбираться. Ой, тут куча просто всего. На самом деле интересно играть, по-моему, не только детям, но и взрослым. Целая инструкция. Ё-моё. Ёшкин Макарёшкин. Доча. Ёшкин Макарёшкин. Так, мы последнее время мало снимались и мало я что-то делала, потому что мы немножко приболели. У нас был кашель, и поэтому я вообще ничего не хотела, если честно, и вообще мне ничего было не нужно. Очень я как-то за это переживала. Первый ребенок, первый раз кашель. Понимаю, для тех, у кого много детей, наверное, кажется это диким, что за это переживать, да, вроде дети всегда болеют, но когда это все первый раз, как-то я так вструхнула, как-то мне это так не понравилось все, хотя морально я была готова, что, конечно, рано или поздно все дети болеют, но не хотелось бы. Так, это торты печь, дальше разбираемся. Так, вот эта ножка со свечкой и с цветами. Так, она куда-то вот сюда. Что, приступили мы к распаковке самого пластилина. Вот они. Будем сейчас делать торт. Мы будем печь торт? Ребенок грызет вилку. Так, Милюшка. Так, так, так. Основу торта. Сейчас мама тебе тоже откроет. Так приятно пахнет. Такой вообще, знаете, классный. Так. Смотрите. Обожаю Play-Doh. Так. На тебе чуть-чуть. Лепи. На. Сядь нормально. На. А мама тебе будет тортик делать. На. Сейчас будем делать торт.
мы немножко кашляем, поэтому мама вся расстроенная. Будь здорова. И немножечко чихаем. Давай тортик вот с такими краями будет. Синий мы сложили назад. Так, теперь какой будем? Желтый. Мы вместе играем. Я ей показываю, все леплю, но сама пластилин ей не даю, потому что она берет все в рот. И, конечно, я пока что не хочу, чтобы она тащила в рот пластилин. Хотя это очень хорошее тесто, и, в принципе, ничего страшного, но ничего хорошего тоже нет. Так, сейчас мама желтенький. Зато ей очень нравится играть, когда я с ней что-то делаю. И никуда не ухожу, и с ней рядом, она прямо счастлива. Так, желтый у нас что-то не вытаскивается. Давай сделаем красный. Красный, красный и прекрасный.